Всем привет, друзья! У нас вот такое солнечное, тихое утро. Всех с праздником Святой Троицы! Вот вытащили баночки с автоклава. Вот такие они у нас получились. Кажется, что они сейчас неоднородные, но когда их перемешаешь, они будут все однородные. Это такая реакция на Бусю. Вот Буся лежит. А вот тут беспокойство, потому что Бусь у нас птичек, как говорится, напрягает. Посмотрите, что творится у нас с луком. Прям вот погибает лук. В том году лук был, как чеснок сейчас. И такие большие у нас головки были, как у мужа кулак прям. В ладошку, по одной луковице в ладошку умещалось. А в этом году-то посмотрите, что творится. Непонятное, мы не понимаем. Подкармливали его, все. Чего не хватает, непонятно. И чистый, и поливаем. И вот такая у нас история в этом году с луком. Теплица. Вот так обстоят дела. Пока все нормально. Муж подвязал огуречки, которые нужно было. Вот сегодня еще не поливали. Сейчас будем вечером поливать. Вот как-то так. А у нас первая календула. А у нас дождик, молния, гром. Ну все, друзья, у нас вечер. На сегодня я буду с вами прощаться. Всего вам доброго. До новых встреч.